Yeah, boy. Я старый стал, у меня глаза в кучку сходятся. Что? Да. Ты тупо сидишь и косишь глаза, что ли? Они просто такие... Ой... Пошел нахер. Ты видишь эту черную штуку? Я не вижу, Паша, в глазах куча уходит. Опа, что это за херня была? Это способность этой твари. Ты идиот, что ты меня стреляешь? Вонючее говно. А, фак, тут... Он здесь, Андрюха, ну за что ты там стоишь? Хе-хе, бай. Я вообще-то... А, тебя убили. А, ну... Сделай дырку и пробеги туда. Да не здесь. А, они на следующем обновлении ради с новыми героями щиты переработали. Щиты? Там в щитах есть окошко. А, то есть это вот причина того, что у нас тогда не работали щиты. О, блёха, на мне! Прям на мне входит, дядь, в поинт идут. Какого хера все взрывается? Цель обезвредить взрывчатку. Я как паровозик Томас. Я такой паровоз, да. Еще шаток прикольно кивает у меня. Че за Вьетнам они устроили мне под ногами, да? Я нашел сначала точку. Вдруг не заметил. Не, я увидел. Пошла нахер отсюда, курва вонючая. О, блёха! Я забыл слепануть ее, курва вонючая. Когда мы гуляли, я нашел мелодию. Я нашел еще одну мелодию, которая... Ну, то есть от того же... автора, который также активно звучит во всех экзешниках, я такой, ля, надо использовать. Надо делать контент. Я серьезно, я нечаянно тебе в голову выстрелил. Ну вы раки, конечно, без ног ничего сделать. Задание выполнено, противник устранен. Если особняковик кто? Прогеймер. Было бы нормально. Осуждаю. Вообще не понял, на кой черт они добавили оперативника атаки с хуком. Боже, я его фак... не нравится. Ну я думал, они добавят оперативника защиты с хуком. А что он будет делать? Убрали хукасы между стеками? Ну да. Для белочка будет на любом движке, можно сделать что угодно. Ну да. Нет, Паш. Вообще-то да, Андрюха. Можно делать абсолютно все, что угодно. И геморрой будет даже. Не, ну, естественно, для этого потребуется разработка той или иной технологии, чтобы она поддерживала то, что... Ну, твой задумок. Ну, понимаешь, даже в Fallout'е, в движке которого не предусмотрено никакой транспорт, они даже там умудрились сделать транспорт. Ну, мододелая. Пошел нахер, лошадка. Он упал? Умер. Ха-ха-ха! Такой вслед остался. Остается 10. Я переключаюсь на ту камеру, где ты такой слышишь щелчок, такой. Пока. Паш. Меня сегодня на мафии кикнули два раза. Начнем через 5 секунд. Знаешь за что? Ну. За то, что хорошо играю. Местонахождение. Ну и чё, получается. Прошу прощения. Меня пытается тот, кто невиновный, забайтить.
чтобы предатель вышел. И в итоге я типа не ведусь на байт и убиваю предателя. Все если чё, меня банят. Здесь усилил! Еще 10 секунд. Еще 5 секунд. Андрей, нахер ты сломал эту штуку? Бота? Да. Действительно. Ну я с ним зафрендился. Опа. Да, опа. Observe. Перезаряжаю! Шура, уйди! Охереть, у вас там флекс происходит. Шура, мать твою, уйди отсюда нахер. Подожди, я сейчас кота отсюда вытащу, этого мохнатого. Убивай, Дюмон. Не могу взыграть. Идиот. Ха! Йоу, Давай, other Russian man. Чё, Russian man, сам ты Russian man. Обожаю это. А, тупо встрикил. Босс Айрот, на последних местах вообще. Ой. Нужно отыскать заряд. Драй. Фе. Фин. Зекс. Бот обнаружил взрывчатку. Зибе. Ах. Мой. Аус. Хорош, пожалуйста. А, стоп. Это ж та самая вонючая карта. Ну-ка, сделай щит, сделай щит. Еще да. Еще. Я буду, я выдержу, я все выдержу, еще. На. Еще. Еще. Do it with me, bro. Let's fist him. Ты урон прошел? Нет. Блин, ну ладно. Давай еще. Да давай. Давай еще один раз. Ладно. А. Ты там это ударился? А, нет, у меня. Ты выиграешь один оперативник. Деактиватор установлен. На мне Эля. А, в смысле, тут дверь, дырка такая. Отстань! Отстань! Ты вообще умираешь, чем я. Ну и что, я фраг хотя бы сделал. Не только же по счету тебе херачь. А кто первый месяц? Вообще, я тоже фраг сделал, отвали. Как будет? Фрагов нет. Тысяча стоит Overwatch, я надо будет, наверное, для себя второй этот. Аккаунт? Аккаунт, да. Да он тебе на борду не хватило. Куплю себе другой аккаунт Overwatch. Лучше борду купи, братан. Так, ты где? Нет! Нет! Ну-ка! Гад, плиз! Я тебя покирю, но урону не смог бы. Нет! 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 Я себе веду прицельный огонь. Нет! А, не могу пролезть! Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Черт, я из себя не поставил нигде этих щитов вонючих или чё там. Из-за меня? Да, я из-за тебя мартини разбил. Что ты делаешь с людьми, а? А как ты меня похилить-то сможешь, эй? Я же говорю, если... Я, конечно, не похилю тебя, но урон, если смогу. А. Ну, знаешь, я тебя не похилю, но урон тоже нанести смогу. Ты умер? Я нет. Жалко. А, почему в моей комнате что-то происходит? Группа противника уничтожена.
А я там минку не видел, которая там растяжка стоит. Я туда не зашел чисто потому что думал, ну, знал, что там чувак. Если бы зашел, я бы взорвался к херам. Взрывчатка обнаружена. Активатор. Бляха. Сраная Эля. Она на первый этаж спустилась. Паровозик. Пошел нахер, пошел нахер. О, так обидно было. Она села. Дай мне этого... Будьте начеку. Ты бы канул, мне показалось. Нет, не показалось. Такой типа, ты баканул или не показалось? Нет, не показалось. Охренеть вся реакция, Паш, просто. Ну блин, сори, я там с дронами веселился. Ну научись сначала за собой следить, а потом ко мне лезь. Опять он слежит мои следы. Они хотят, чтобы мы здесь зашли. Я понял, это они... Зарядить нужно! Вы потеряли деактивацию. Паша, мать вашу, как ты прошел мимо КВРы? Это нужно у КВРа спросить, как КВРа прошла мимо меня. За вами выйдет. О, плюха! А вот и кто это? Таксист. А нет, это не таксист. Пусть будет.